Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Купент и набор посуды в поход от компании Корея Сова 2. Сейчас посмотрим, что из себя этот комплект представляет. Как видим, комплект посуды у нас идет в удобном чехле на утяжке. Комплект посуды входит. Крышка сковородка номер 1. Крышка сковородка номер 2. Складной половник. Две чашки. Кастрюлька 0,9 литра. Кастрюлька 1,2 литра. Ну, с посудой тут достаточно все понятно. Складной половник с удобной пластиковой ручкой, которая складывается, если нажать, можно его сложить. Не хочется, также легко открывается и закрывается. Размеры складного половника у нас получается диаметр 8 сантиметров, глубина 2 сантиметра. Две чашки. Можно сказать, пиалки диаметром 11,5 сантиметров, глубиной 4 сантиметра. Есть небольшие ручки, чтобы удобнее было держать их. Дальше кастрюлька 1,2 литра, крышка сковородки со складными ручками. При необходимости можно использовать как сковородка и кастрюлька с такими же складными ручками. Обратность. Изнутри у нас тут видно мерная шкала. Это 250, 500, 750 миллилитров. Полный объем получается литр 200. А здесь у нас получается 200, 400, 600. Итого 0,9 литра. Данная кастрюлька. Вторая крышка сковородка у нас также со складными ручками. Размеры данных кастрюль. Кому интересно, получается диаметр 14 сантиметров, 7,5 сантиметра. Диаметр кастрюльки 0,9 литров, 12,5 сантиметров диаметр и высота 7 сантиметров. Крышка сковородка маленькая, 13,5 внешний диаметр, 3,5 глубина. И, соответственно, большая крышка сковородка, 15 сантиметров диаметр внешний, 3,5 высота. Как можем заметить, весь набор у нас достаточно легко и просто собирается в одну кастрюльку. Сверху у нас идет одна крышка сковородка и вторая крышка сковородка. Все поместилось у нас в одну кастрюльку. Что сохранит место в вашем багаже? Согласитесь, очень удобно, практично и функционально. Понравилось видео — ставьте лайки. Понравился столовый набор от компании Корея Сова 2, заказывайте у нас на сайте. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.